Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, включая городской пассажирский транспорт. Ежедневно в рейдах участвуют представители городского департамента транспорта, предприятий перевозчиков и полиции. В день мониторят порядка 30 маршрутов всех видов транспорта. Сегодня проверки начались с остановки на пересечении Московского шоссе и улицы Врубеля. Эта крупная транспортная развязка охватывает автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты. Нарушители просят надеть маску или покинуть салон, иначе транспортные средства не должны отправляться от остановок. Я на общественном транспорте не езжу, я езжу только на машине. Машина во дворе осталась, маска в машине постоянно лежит. В конфликтных ситуациях наряды полиции составляют протоколы в отношении нарушителей. С начала осени при взаимодействии с полицией составлено 449 протоколов, 6 из них на прошлой неделе. Санкция по этой статье предусматривает штраф до 30 тысяч рублей для граждан. Если мы выявляем пассажира без маски, мы предлагаем ему пройти на выход, либо устранить нарушение на месте. Ну, в 99% случаев он тут же ее надевает. Реже бывает, когда он начинает говорить: маски я носить не должен. В этом случае мы транспорт останавливаем, человека приглашаем выйти на остановку. И дальше, если он продолжает упорствовать, то на него составляется административный протокол по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях, часть 1. Отдельное внимание мы обращаем на то, чтобы персонал перевозчиков, а именно водители и кондукторы, также находились в масках. Если мы выявим такой эпизод, что сотрудник не выполняет это требование, то также будет составлен административный протокол, только уже на юрлицо, там штрафы еще больше. В этом случае штрафы для юрлиц достигают 300 тысяч рублей. Мы на утренних собраниях, перед тем, как выйти на рейс нашим сотрудникам, раздаются защитные средства. И в том числе проводится инструктаж. Нам также ответственные пассажиры сообщают об этом на горячую линию. Телефоны размещены во всем подвижном составе. Также вакцинация на нашем транспортном предприятии также проводится в утренние часы с 4 до 8 утра. Это может сделать экипаж, водители, кондукторы. Это удобно перед выходом в рейс. Также мы сотрудничаем с городскими больницами. Результаты налицо. Уже каждый третий провакцинирован. Работники транспортных предприятий относятся к сфере обслуживания, а значит, к началу сентября вторым компонентом вакцин должны быть привиты не менее 60% сотрудников отрасли. Это требование отражено в постановлении главного государственного санитарного врача региона. Такое процентное соотношение привитых необходимо для формирования коллективного иммунитета COVID-19. Ольга Хамракулова, Максим Гусев. События.